Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о очень важных вещах, которые хотя бы однажды приходили в голову каждому человеку. Не открыть ли мне для себя свой собственный бизнес, который будет давать мне доходы? Чтобы избавиться от начальников, чтобы избавиться от понедельников, будильников и так далее. Ну, давайте сразу определимся, что такое бизнес. Очень многие думают, что бизнес – это когда я работаю на себя. Нет, друзья мои, это не бизнес, это просто работа на себя. Бизнес – это система, которая может генерировать вам доход, независимо от того, работаете вы или нет. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ну, начну я с того, что представлюсь. Зовут меня Савич Сергей. Я являюсь независимым дистрибьютором компании Xango и работаю с этой корпорацией уже более 4 лет. И сегодня хотел бы как раз рассказать вам об возможности открыть свой собственный бизнес в рамках большого международного бренда. Что это дает? Это дает вам сразу несколько очень полезных вещей. Во-первых, это дает вам защищенность. Вам не нужно изобретать велосипед, вся модель бизнеса уже есть, она работает и работает независимо от того, будете ли вы дальше работать или не будете. Вам остается только запустить в рамках этой модели свой собственный бизнес. Второе, в системе сразу есть обучение, то есть вы не как слепой котенок тыкаетесь, получится, не получится, а вас берут за руку и проводят через все нюансы, выводя к финансовой свободе. Дальше. Нету ограничений по доходам. С определенного момента вы можете стать партнером компании, которая уже получает доходы с международного оборота компании. А на сегодняшний день компания Xango, про которую идет речь, это крупнейший мировой бренд, который в 2002 году вышел на рынок Америки всего лишь с одним продуктом и уже через 5 лет сделал свой первый миллиард долларов оборота, войдя в пятерку самых быстро развивающихся компаний мира. На сегодняшний день это 43 страны мира, куда поставляется продукция компании Xango, несколько товарных брендов, и со всего этого оборота вы имеете возможность получать доходы. И сегодня мы как раз об этом сегодня поговорим. Компания Xango работает на рынке нетворк-маркетинг. Это самый быстро растущий рынок в мире на сегодняшний день. А вот на данной табличке, что вы видите сейчас, представлены данные за 2012 год по оборотам в разных индустриях. Вот вы знаете, например, Национальная футбольная лига. Многие видели, как живут великие спортсмены, какие хорошие доходы они получают. Но навряд ли каждый из нас может с вами стать спортсменом. И эта федерация дает 9,5 миллиардов годового оборота. Да? Это деньги, которые идут и футболистам, и тренерам, и реклама, и все. То есть это все, что крутится в этой индустрии. Дальше смотрите. Сколько мировых звезд в музыкальной индустрии вы знаете, какие доходы они получают, сколько композиторов, певцов, продюсеров зарабатывают на этих рынках, выпуск дисков, выпуск песен. И не случайно, наверное, компания Apple приобрела за огромные деньги компанию, которая выпускает наушники для того, чтобы развивать свои музыкальные сервисы. А это рынок 16,5 миллиардов долларов. Дальше, видеоигры. Может быть, вы лично и не сталкивались с видеоиграми, но на сегодняшний день 67 миллиардов долларов крутится в этой индустрии. И сейчас видеоигры уже пришли к нам не только с компьютеров, но и через приставки телевизионные идут, и через компьютеры, и через планшеты, и даже через телефоны. Дальше, следующая индустрия, киноиндустрия, 80 миллиардов долларов, еще больше. Фильмы показывают в любом уголке земного шара. И по телевизору также, и через интернет, и продаются на дисках, и вы тоже знаете, очень хорошо живут актеры, известные и так далее. Какова же вероятность, что вы станете известным актером? Ну, я думаю, тоже не очень большая. Про нефтянку и арабских шейхов и вообще эту индустрию говорить можно много. 91 миллиард, и сейчас этот рынок очень жесткий, его делят, переделят, и там идет огромная, скажем так, война, и многие люди
готовы, чтобы войти в эту индустрию, рисковать очень многим. Но опять же, доходы делят единицы людей. И посмотрите, нетворк-маркетинг. Почти в два раза больше, чем нефтянка, и намного больше, чем киноиндустрия, видеоигры, музыкальная индустрия вместе взятые. И что самое приятное, в этой индустрии преуспеть может любой человек. Каждый пятый долларовый миллионер на сегодняшний день по статистике выходит именно из этой индустрии. И компания Xanga работает именно в этом направлении. Более того, это на сегодняшний день самый приятный бизнес, потому что многие слышали про нетворк-маркетинг, или его, как еще называют, MLM, или его еще называют сетевой маркетинг. Но, как правило, очень многих людей негативное отношение, потому что люди говорят, это не мое, это надо что-то ходить, что-то распространять и так далее. Компания Xanga позволила строить бизнес, где не надо никуда ничего ходить, не надо никому ничего продавать. То есть это бизнес построен так, что вы можете просто через потребление и рекламу строить свой собственный бизнес. Об этом мы поговорим чуть позже. Просто что хотелось бы, чтобы вы поняли после вот этого слайда. Есть огромный пирог. Для наших с вами стран эта ниша на сегодняшний день практически свободна. Если, например, на родине в Америке более 50% товарооборота всех компаний идет через нетворк-маркетинг, то у нас в этой индустрии задействовано всего лишь порядка 4% людей. 4% товаров и услуг идут через эту индустрию. Но он расширяется, он развивается. И вы, став профессионалом в этой области, можете зарабатывать очень хорошие деньги. И немножко фактов из индустрии. Почему здесь очень важно понимать, как работает индустрия? Это избавит вас от того, что вы вляпаетесь в пирамиды. Потому что на сегодняшний день отчасти негативное отношение к сетевому маркетингу у людей связано с огромным количеством финансовых пирамид, которые выходят на рынок. Или компании однодневок, которые тоже выходят на рынок. И совершенно нормально, что люди опасаются, что они попадут в такую компанию, просто потеряют время и деньги. Из 10 компаний, выходящих на рынок, всего лишь 9 в первые 3-5 лет выживают и остаются на рынке. Кстати, это не только сетевых компаний касается, это касается всех компаний в мире. Так вот, тысячи компаний с начала индустрии вышли на рынок, но только 50 из них преодолели 10-летний рубеж. Ну, если проанализировать, да, это из тех компаний 10, которые в первые 3-5 лет остались, то есть это остается одна из 10, да, в следующие 5 лет еще 8 также разоряются и уходят с рынка. Так вот, поэтому и статистика. Всего лишь 50 преодолели 10-летний рубеж. Всего лишь 64 компании достигли годового оборота в 100 миллионов. И Xanga сделала это быстрее всех. Кстати, Xanga в этом году справляет свой 12-летний юбилей с момента выхода на рынок. Поэтому она вошла в число даже компаний, которые не только преодолели 5-летний рубеж, но и 10-летний рубеж. И более того, она быстрее всех сделала оборот 100 миллионов, она быстрее всех сделала оборот 250 миллионов. И, соответственно, эта компания, которая входит в число миллиардеров. Кстати, из 11 компаний, которые достигли миллиардного оборота, все 11 работают в индустрии красоты и здоровья. И, наверное, это не удивительно, потому что это то, что востребовано всегда. Неважно, сколько лет было назад или сколько лет мы прокрутим вперед, люди всегда хотели быть здоровыми, люди хотели всегда хорошо выглядеть и, соответственно, всегда тратили и будут тратить на это деньги. А сейчас у нас еще поколение бэби-бумеров, если вы про такое слышали, как раз входит в тот возраст, когда их больше всего заботят продолжительность жизни. И у нас, кстати, есть для них очень хорошее предложение. Это поколение на сегодняшний день больше всего заботит здоровье, чтобы как-то подольше сохранить свою молодость и так далее. Но мы вернемся с вами к преимуществам работы с крупным брендом. Работа с большим международным брендом – это те преимущества, которые вы получите от сегодняшнего предложения. Я напоминаю, что сегодня вы узнаете, как стать финансово свободным. И не когда-то там к пенсионному возрасту, а через 1, 2, 3 года.
при правильной работе. Да? О том, как это сделать, я вам сегодня расскажу, поэтому дослушайте презентацию обязательно до конца. Повторяю, 3 года, и вы заработаете хорошие деньги. Ну, чтобы быть точным, не менее $1 миллиона. Вот подумайте, стоит 3 года поработать, а чуть позже мы увидим, что достаточно 1 года активной работы, чтобы заработать $1 миллион. Вы скажете, ну, говорят многие, обещают многие. Да, говорят многие, да, обещают многие. Я не просто говорю, я это сделал. И в моей команде есть люди, которые это уже сделали. Поэтому я говорю о том, что уже пройдено и что достигнуто. Более того, в нашей команде, когда мы обучаем людей, у нас есть золотое правило: никогда не требовать с людей то, что не делали сами, и никогда не делать самим то, что не могут повторить другие люди. Вот запомните эти слова, потому что если вам предложение понравится и вы начнете с нами работать, соответственно, мы об этом поговорим подробнее. Но сейчас я хочу сказать, что мы никогда не будем просить вас сделать что-то, что вы не можете сделать. Поэтому этот бизнес доступен с огромному количеству людей. И вот работа с большим международным брендом снимает с вас огромные проблемы, которые возникают у начинающего предпринимателя, потому что их на себя попросту берет компания. Дальше. Вам не нужен большой стартовый капитал. Это, кстати, одна из причин, почему люди не начинают свой бизнес. Есть система обучения и поддержки. Как я уже сказал, вас возьмут за руку и проведут от новичка к успешному предпринимателю. Заметьте, я не буду вам обещать, что делать ничего не надо, главное заключите контракт, деньги посыпятся сами. Нет, не посыпятся. Работать надо будет. Разница только в том, что когда вы работаете на зарплату, вы работу делаете один раз и деньги получаете один раз. Работая в бизнесе, вы работу делаете один раз, а деньги с этой работы получаете многократно, а может быть ваши дети и внуки еще получать будут. Дальше. С момента старта, с самого момента старта, повторяю, вот как только вы заключили контракт, у вас есть возможность строить международный бизнес. У меня на сегодняшний день заказы моего бизнеса, мой товарооборот идет в 25 стран мира из 43 открытых. Как я уже говорил, то есть это не просто слова, все, что я вам сегодня говорю, это уже работает и это сделано. То есть это пройденный отрезок времени. Да? Дальше. У вас свободный график. То есть у вас нету понедельников, будильников, начальников. Вы сами определяете, сколько и когда вам работать. Как я уже говорил, неограниченный доход, возможность построения остаточного, или еще его называют пассивного или резидуального дохода. Ну и, конечно же, простота бизнеса и доступность для широких масс людей. Что это значит? Это значит, что вы не только сами можете зарабатывать деньги, не только сами построить свой бизнес, но и дать такую возможность всем своим друзьям и близким для того, чтобы потом, заработав, спокойно отдыхать, путешествовать по миру, может быть, покупать недвижимость где-нибудь на островах, как, собственно, мы делаем сейчас с нашей командой. Да? Вот. Все это вам доступно будет. Итак, я думаю, что у вас уже появился вопрос, собственно, а что нужно делать, да, за что компания платит деньги, все так хорошо, все так красиво расписывают, да, но, как я уже сказал, конечно, ничто не дается просто так, нужно будет поработать, и вот сейчас мы с вами поговорим о системе вознаграждений компании, ну, а в конце я расскажу о том, с какими направлениями работает компания и что будет доступно вам. Итак, первое, что нужно понять, за что компания платит деньги. Компания платит деньги, конечно же, не просто так. Она вам платит деньги за проведение рекламных кампаний продукта в регионе. Для того, чтобы люди начали пользоваться продуктом, для того, чтобы, кстати, вы начали даже пользоваться любым продуктом, нужно, чтобы вы о нем узнали. Кто-то, чтобы вам рассказал. Так вот, компания ни копейки денег не тратит на рекламу. Она отдает как раз этот бюджет людям, которые представляют интересы компании в регионе. Соответственно, за построение клиентской сети. То есть все, что вам нужно уметь делать на старте, это делать 3 простые вещи. Знать, как клиенту зарегистрироваться в интернете, а весь товарооборот компании делает через интернет-магазины. Второе, знать, как делается покупка. Ну и, соответственно, показать людям, как это сделать. Помочь, как говорится, сделать первый заказ, дав перед этим попробовать продукт. И вот здесь мы получаем конкурентное преимущество перед другими магазинами. У нас каждый клиент, прежде чем сделать покупку, от представителя компании
получит консультации, да, получит возможность попробовать этот продукт, да, чтобы уже когда он покупает, он покупал не кота в мешке, а готовый продукт. Так вот, за построение клиентской сети вы получаете стабильный пожизненный доход. Причем эту клиентскую сеть обслуживает компания. Клиентская сеть, повторяю, появляется благодаря вашим рекламным кампаниям. Как они проводятся, мы этому обучаем. Дальше. За создание сети интернет-магазинов. И вот здесь такая фишечка, да, то есть, когда вы заключаете контракт с компанией, компания вам открывает ваш собственный интернет-магазин, который полностью обслуживает, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Прямо с момента заключения контракта ваш магазин работает на 43 страны мира. Более 500 сотрудников по всему миру обслуживают его. Так вот, вы же можете работать, используя один магазин, а можете открыть 10 магазинов, 20 магазинов, 30 магазинов. Что для этого нужно сделать? Нужно показать другим людям, как пользоваться интернет-магазином. Когда я вам сегодня рассказываю об этой бизнес-возможности, а в дальнейшем я обучаю людей, как этим магазином пользоваться, соответственно, что я делаю? Я помогаю компании расширять сеть интернет-магазинов. Соответственно, я расширяю свою сеть интернет-магазинов, и за это компания пожизненно платит доход. Ну и, конечно, следующее, что нужно сделать, это создать систему подбора и обучения людей, которые будут возглавлять интернет-магазины в регионах. И вот интернет – это один из источников или способов достучаться сразу одномоментно до миллионов людей. Вы в дальнейшем можете использовать эту презентацию для того, чтобы подключать людей к бизнесу, но это будут уже ваши интернет-магазины, входящие в вашу интернет-сеть. И, соответственно, люди, зарабатывая деньги, будут приносить прибыль и вам. Поэтому вам все, что нужно, будет понять, как это работает, и поделиться этой информацией с другими людьми. Уже через 20 минут после того, как вы посмотрите этот ролик, после того, как вы зарегистрируетесь, вы уже можете получать доход. Ну, с чего все начинается? Начинается все с контракта. Контракт, как он заключается? Он заключается через интернет. То есть обратитесь к человеку, который познакомил вас с этой информацией, он поможет вам зарегистрироваться в системе, то есть заключить контракт с компанией, и этот контракт позволит вам официально представлять интересы компании, делать рекламу, а компании выплачивать вам за это вознаграждение пожизненно. Да? Ну, что дает контракт? Давайте рассмотрим. Первое, он дает вам сразу 30% скидку на всю продукцию. Это интересно даже клиентам. Представьте, есть возможность покупать продукт с 30% скидкой. Дальше, контракт дает вам пакет документов для развития бизнеса. И, как я уже вам говорил, после заключения контракта вам открывается интернет-магазин под ключ, который работает в 40 странах мира, 43 на сегодняшний день, и количество этих стран все время расширяется. Соответственно, в вашем магазине уже есть все. Вам остается только отправить туда клиента потенциального. Да? Соответственно, магазин и принимает деньги, и принимает оплату, и доставляет продукт клиенту прямо на дом. Как я уже сказал, более 500 сотрудников по всему миру обслуживают ваш магазин. И с каждой покупки в реальном режиме времени, вы это все видите в своем бэк-офисе, который вам также открывается, вам начисляются комиссионные. Ну и, конечно же, четвертый пункт – это возможность получения прибыли со всего товарооборота, который будет проходить в построенной вами клиентской сети и сети интернет-магазинов, то есть во всей сети сбыта. Ну, мы с вами сегодня это все разберем подробно и даже посмотрим на примерах. Так вот, сколько же будет стоить открыть такой магазин? Вы будете смеяться, это не 10 тысяч долларов и даже не 1000 долларов, это всего лишь 34 евро. 34 евро и ваш магазин начинает работать. 34 евро и вы получаете интернет-магазин под ключ с огромным количеством складов, доставкой по всему миру, работниками,
которые его обслуживают, товарами, которые уже находятся в вашем магазине, логистикой и так далее. То, что стоит миллионы и миллионы долларов, если организовывать такой бизнес с нуля, у вас это всего лишь 34 евро. Более того, 50% с оборота компания будет отдавать вам и вашей команде за организацию товарооборота. То есть с первого же клиента, с первого же человека, который начинает делать товарооборот, вы уже можете получать деньги. Заключив контракт с компанией, вы имеете 4 вида дохода. Заметьте, 4. Не 10, не 20, не 30, как некоторые компании сетевые обещают. Да? Вы приходите, они говорят, у нас 15 видов дохода. Друзья мои, в природе больше 4 видов дохода не существует. Так вот, все 4 есть в компании Xanga. Первый вид дохода – это доход с розничных продаж. Что это такое? Ну, если у вас есть скидка 30%, это значит, что есть люди, которые не хотят регистрироваться, которые не хотят становиться дистрибьюторами, которые не хотят получать скидку, пожалуйста, они могут взять продукт у вас или, кстати, прямо в магазине напрямую, зарегистрировавшись как клиент. Но в этом случае разница между розницей и оптом пойдет вам в доход. Второй вид дохода – это когда люди открывают свой собственный интернет-магазин, берут продукт напрямую у компании. Этот вид дохода у нас называется Power Start. Да? Ну, в этом случае компания вам платит процент с их оборота, когда они покупают образцы продукции своей первой. Да? Дальше, третий вид дохода – это доход с оборота всех магазинов во всей сети. Ну и четвертый доход – это доход уже с глобального оборота компании. Как я вам уже сказал, с определенного момента вы можете становиться, по сути дела, совладельцем компании с любого продукта, проданного в мире, иметь свою прибыль. Все это мы с вами сегодня разберем, поэтому слушайте внимательно. Можете приготовить ручку, листочек, записывать цифры. Ну, на рознице мы сейчас все виды дохода подробно разберем. На рознице я особенно долго останавливаться не буду. Почему? Потому что как это работает, все знают. Как работает наша розница. То есть они покупают мелким оптом продукт, продают его в розницу и получают с этого прибыль. Я вам могу привести пример. Как я уже сказал, обо всех продуктах я расскажу в конце чуть-чуть подробнее. Сейчас вот пример просто. Есть у нас биоэнергетик, называется Limitless. Абсолютно офигенная штука, я его использую очень часто, так как много передвигаюсь, часто меняются часовые пояса, сплю я мало, а хочется все время быть в тонусе. Да? Так вот этот биоэнергетик, он сразу дает мгновенный заряд энергии, он нам дает восстановление и сохранение нервной системы, и он благотворно влияет на нейроны головного мозга, то есть у вас улучшается память, улучшается концентрация. Вы за один и тот же объем времени значительно больше усваиваете информации. Так вот, этот пакетик дистрибьюторам обходится 80 рублей. Я сейчас, может быть, выдаю тайну, да, для кого-то. В рознице у нас люди его покупают по 150, по 200, даже по 300 рублей, да, там, где продукта еще мало. Соответственно, дистрибьюторы имеют хороший розничный доход, вот даже на этом виде дохода. И здесь, пожалуйста, вы можете подключать традиционные магазины, розничную сеть. Вот. Но это не тот вид дохода, который будет давать очень большие деньги. Почему? Потому что здесь будет требоваться ваше постоянное участие для того, чтобы делать товарооборот. Соответственно, гораздо интереснее, что делаю я всегда. Я показываю людям, как брать продукт напрямую у компании с 30% скидкой. Это интересно всем. Более того, благодаря системе, да, так, даже такой человек, который взял продукт для того, чтобы пользоваться самому, заключил контракт, он сделал несколько рекомендаций, теперь продукт ему вообще ничего не стоит, потому что компания ему вернула деньги за 5 рекомендаций. Компания возвращает вам, по сути дела, деньги. И вот этот вид дохода, когда вы показываете человеку, как взять продукт напрямую, да, то есть его первого заказа, называется Power Start и платится каждую неделю. И, соответственно, давайте рассмотрим, сколько компания платит. Итак, здесь есть два варианта. Если вы вошли
в бизнес на 100 евро и без ADP, у вас, что такое ADP, я чуть позже расскажу, у вас левая колонка, вы получаете с первой линии 15%, а ваш спонсор получает со второй линии 25%. Если вы установили ADP, вы за личную рекомендацию получаете 25% и 15% со второго уровня. Так вот, что же такое ADP? ADP это настройка в системе, которая говорит компании, что мы хотим не разовым покупателем быть, а мы что планируем покупать продукт в дальнейшем. Соответственно, только благодаря тому, что мы установили эту настройку, компания, как видите, нам платит вместо 15-25% с заказа и 15% со второго уровня. Всего компания, как я уже говорил, выплачивает 50%, еще 5% идет в бонусную часть для всех, и еще 5%, 3,2% идет в глобальный бонусный пул для специальных квалификаций, то есть это для людей, которые уже на уровне совладельца компании. Ну, давайте рассмотрим пример. Допустим, если у вас человек зарегистрировался как клиент, соответственно, вы получите за это 15% с его заказа, плюс разница между розничной и оптовой ценой. Если человек зарегистрировался как дистрибьютор, вы получаете 25% с его первого заказа и 15% со второго заказа. Что здесь нужно уметь делать на этом этапе? На этом этапе нужно уметь делать всего лишь три простые вещи. Первое – знать, как зарегистрироваться. Второе – знать, как делается заказ. И третье – показать другому, как это делается. Соответственно, как я уже сказал, после регистрации через 20 минут вы можете это уже повторить и заработать свои первые деньги. Ну, давайте рассмотрим пример. Допустим, мне все понравилось, я заключил контракт. У меня еще пока даже продукта нет. Я могу завтра человеку, который мне рассказал про этот бизнес, собрать людей и им рассказать то же самое. Или собрать людей и показать им вот этот ролик, который вы сегодня смотрите. Сказать, ребят, давайте жить богато, хватит нам существовать, да? Давайте жить достойно. Допустим, вы собрали там 20 человек, из них 5 рассказали, да, мы хотим. И допустим, все взяли там на 200 евро продукции, как и вы. Ну, и сделали один раз всего лишь такую же работу. Что мы заработаем? С личных рекомендаций 300 евро, со второй линии 750. То есть, более 1000 евро мы с вами заработали за 5 рекомендаций. В принципе, вот этот вид дохода, его можно делать каждую неделю. Разница в чем? Что, как я уже вам говорил, да, когда мы работаем на зарплату, мы тоже зарабатываем деньги, но мы зарабатываем их разово. Здесь работа сделанная один раз может приносить нам прибыль долгие-долгие годы. И вот как раз следующий вид дохода – это уже доход, который является бизнесом. Если с PowerStart это еще не бизнес, почему? Потому что здесь мы рассказываем, здесь мы угощаем продуктом, здесь мы показываем, как зарегистрироваться. То есть мы тратим время. А Unilevel – следующий вид дохода – это уже интереснее. Смотрите, когда мы человека научили делать самостоятельно заказы, он теперь может заказать продукты без нас. Зашел в свой магазинчик, сделал заказ, ему компания доставила, обслужила его, вы получили комиссионные. Когда мы человеку показали, как регистрироваться, теперь он своих знакомых может зарегистрировать сам. Правильно? А когда он зарегистрировал своих знакомых, теперь те своих тоже могут сами самостоятельно. И уже пошел процесс без нашего участия. Так вот, со всего товарооборота, а у каждого магазина еще могут быть клиенты, да, так вот, со всего товарооборота, всех магазинов и всех клиентов сети, мы получаем доход по Unilevel. И здесь нету ограничений ни на количество людей, которые будут в вашей сети, ни на количество людей, которых вы подключите, ни на глубину, ни на ширину, ни на размер вознаграждения. И для достижения успеха вам нужно просто научить людей простым вещам. И о многих из них мы сегодня с вами поговорим. Итак, что здесь важно? Как только вы зарегистрировались, три уровня в глубину вы можете получать доход сразу. Ничего не делать, то есть без всяких квалификаций. Но чтобы получать с четвертого уровня и глубже, нужна квалификация. Все квалификации в компании приравнены к товарообороту. То есть вот,
допустим, первая квалификация 1К, то есть это товарооборот на 1000 евро, включая, кстати, ваш заказ. А там 5К, 5000 евро и так далее. Но мы это сейчас подробнее рассмотрим. Что важно, как только вы начали двигаться по квалификационной лестнице, то есть у вас, во-первых, глубина появилась до бесконечности, возможность получать. А во-вторых, вам открываются бонусные части, подарки. Так вот, первая квалификационная ступенечка 1К. Что нужно сделать? Чтобы ваш магазин генерировал оборот на 100 PV. Ну, PV ориентировочно, да, это примерно 100 евро. Почему в PV учет ведется? А все очень просто. Просто в разных странах компания работает, в разных странах разные валюты. Так как мы, у нас люди могут быть с разных стран, соответственно, все это учитывается в PV. И потом выплачиваются комиссионные. Так вот, допустим, в России, там и в Европе в евро, допустим, в Норвегии в норвежских кронах, в Японии в японских иенах, в Америке в долларах и так далее. Вот. Так вот, оборот примерно 1000 евро нужно делать в квалификации 1К. Ну и самое главное, у вас должно быть 3 человека подключены лично вами. И эти 3 группы должны делать оборот хотя бы по 100 евро. По большому счету, что такое 100 евро? Вам человеку даже магазин не надо запускать. Это личное потребление семьи. То есть вот у меня, например, семья потребляет продукции примерно на 600-800 евро каждый месяц. Так как продукция, линейка большая, то есть мы заменили просто свои расходы, которые и так бы делали, на расходы, которые приносят теперь прибыль. То есть мы покупаем продукт в своем магазине, грубо говоря, и нам за это платят комиссионные. И мы рассказываем об этом другим людям. Соответственно, что это дает? То есть, как я уже сказал, минимум 4 уровня в глубину, а на самом деле с квалификацией 1К уже есть возможность получать неограниченный доход. И на школах мы объясняем, как это работает. Вот. Средний чек у квалификации 1К это 163 евро. В принципе, вы видите, немного, но уже обеспечивает рентабельность бизнеса, потому что активность нужна на 100 евро, то есть оборот, чтобы вашего магазина делал 100 евро. Ну, то есть мы можем 100 евро для себя любимого покупать, и 63 евро чистого дохода у нас идет. Это без учета стартовых бонусов, которые идут плюсом. То есть это средний чек по Unilevel. Ну и дальше везде будет показываться средний чек по Unilevel. Следующая квалификация 5K. Также активность вашего магазина должна быть 100 евро. Общий товарооборот уже вашей команды 5000 евро. То есть квалификация 5К. Ну и соответственно это 3 группы, делающие по 1000. Ну примерно вот так. Что это дает? Это уже дает 5 уровней в глубину. Средний чек у пятикашников 700 евро. И вот начиная с квалификации 5К уже включается бонусная часть. Пятикашник может получать в дополнение к Unilevel и в дополнение к стартовым бонусам бонус, который у нас называется бонус стиля жизни или lifestyle бонус, в размере 400 евро каждый месяц. Что для этого нужно сделать, сейчас вы видите на своих экранах. Обратите внимание, чтобы получать lifestyle бонус, объем лично проходящий через ваш личный магазин должен уже быть 200 евро. То есть нам здесь уже продукт нужен не только для личного потребления, но и для демонстрации на презентациях или для своих друзей и так далее. Дальше. Следующая квалификация. Следующая квалификация у нас 20K. Чем она интересна? Обратите внимание, что уже с квалификацией 20K личный оборот вашего магазина должен быть 200 PV или 200 евро. Товарооборот группы 20 тысяч, ну и 3 группы по 5 тысяч. Вот так это примерно может выглядеть. Соответственно, 20-кашнику добавляется сразу 2 уровня в глубину. Ну и как я уже сказал, у нас работает компрессия, благодаря которой обороты снизу тоже подтягиваются. То есть вы уже практически получаете с любой глубины комиссионные. Средний чек у 20-кашников 3000 евро. Lifestyle бонус у них также выплачивается 400 евро. Ну и еще
у них появляется один вид дохода, то есть это уже с международного оборота компании, это премиальная часть. С этой ступенечки, каждый раз, когда вы двигаетесь по квалификационной лестнице, вы будете получать денежные премии. И на квалификации 20К эта денежная премия равняется 3000 евро или 5000 евро. А от чего это зависит? Это зависит от того, как быстро вы закрыли квалификацию. Если закрыли быстро, допустим, за 6 месяцев или быстрее, то вы получите премию в 5000. Если медленно двигаетесь, ну, соответственно, 3000 евро. Мы сегодня с вами в конце чуть позже рассмотрим уже примеры, готовые с деньгами, и вы увидите, что можно двигаться быстро, можно двигаться медленно. В любом случае вы добьетесь финансовой свободы, в любом случае вы заработаете хорошие деньги, выйдете на хороший доход. Но скорость, как я уже сказал, определяете вы. Компания поощряет тех, кто двигается быстрее, чуть большими вознаграждениями. Ну и следующая квалификация, смотрите, она единственная, которая называется по-особенному, называется она премьер. Не 1К, не 5К, не 20К, не 50К. А у премьера оборот 50 тысяч, да, групповой. А премьер, она по-особенному называется. Почему? Потому что именно с этой квалификации вы получаете возможность получать процент с международного оборота компании. То есть со всех товарооборотов в мире, которые уже компания организовала и делает более 10 лет, вы получаете свой процент. Соответственно, личная активность магазина также 200 PV. У вас должно быть две группы по 20 тысяч и одна группа по 5 тысяч. И групповой объем 50 тысяч евро. Соответственно, с этого момента вы получаете все 9 уровней. И, кстати, очень важно, мало какие сетевые компании платят так глубоко. Большинство компаний платят 6-7 уровней. Чтобы платить с 9, а 9 это максимум разрешенное платить по американскому законодательству. Кстати, Америка единственная страна, где есть закон о сетевом маркетинге. Так вот, компания Xango единственная, кто платит 5% с 9 уровня. 5% с 9 уровня – это колоссальные деньги, и больше этого не платит никто. Средний чек у премьеров 10 тысяч евро. Премьеры также получают лайфстайл бонус, который уже в размере 600 евро, а не 400. Ну и, как я уже сказал, у премьеров, помимо того, что увеличенный лайфстайл бонус, они начинают участвовать в распределении процента с мирового оборота компании. Вот так он формируется, то есть со всех покупок в мире идут проценты в глобальный пул, ну и, соответственно, премьеры участвуют в их распределении. Но и помимо этого, это тоже еще не все, премьеры получают подарок от компании, путешествие на двоих. Причем путешествия эти абсолютно шикарные, роскошные. Вот в этом году, сейчас, в 2014, путешествие будет по Карибскому морю. Как я уже сказал, путешествие компания оплачивает на двоих. То есть, ну вот данное путешествие порядка 20 тысяч долларов на человека будет стоить. И сюда входит все. И перелет, и сам круиз, и проживание, и все экскурсии, и все путешествия. То есть вам с собой даже денег брать не надо. Но если вы, кстати, премьеры сделали быстро, то есть за год или быстрее, то помимо путешествия на двоих, вам компания еще и денег с собой даст, которые выплачиваются наличными. Но вот на таком теплоходе, огромном круизном лайнере, будет осуществлено путешествие в декабре этого года. Если вы сегодня первый раз слушаете презентацию, в него вы уже, к сожалению, не попадете, потому что июль был последним месяцем, когда можно было открыть квалификацию на это путешествие. Но не переживайте, это путешествие первое такое большое, да. Соответственно, таких путешествий будет еще очень много, и вы можете квалифицироваться на следующее путешествие. Мы с супругой на это путешествие, конечно же, квалифицировались, и будем вам передавать видео приветы с круиза, а для вас это будет ваше будущее. И как сегодня я вам рассказываю, по большому счету для ваше будущее.
Не для всех, конечно, а только для тех, кто его выберет для себя. Потому что кто-то скажет, нет, я буду по-прежнему трудиться на благо своего отечества, на благо своей семьи за 3 копейки в день, да, на зарплате. Так вот, следующий слайд, он мне очень нравится. В принципе, вот достаточно было бы его, чтобы рассказать про весь бизнес. Помните, мы говорили про 5 человек, да, которых можно пригласить там за один вечер. Так вот, слева здесь доход по Unilevel с группы, если пятерочками строить, да, справа квалификация. Обратите внимание, что уже на третьем шаге, ну, допустим, вот что очень приятно, да, что скорость развития бизнеса мы определяем сами. Не кто-то нам сказал, сколько нам работать, какое время и так далее. Мы определяем скорость. Мы можем пригласить 5 человек, там, допустим, в неделю, ну и, допустим, еще там 3 недели их обучать, вместе с компанией учиться самим, да, допустим, 5 человек в месяц. Тогда смотрите, первый месяц у вас 1К, второй месяц 5К, третий месяц 20К, четвертый 100К, пятый 500К. То есть полгода-год, и вы финансово свободны. Не такие большие сроки, согласитесь. И, кстати, тут мы 5 уровней рассмотрели, а нам платят с 9, чуть позже мы с вами 9 уровней рассмотрим. Что важно? Важно, еще раз сказал, скорость определяем мы сами. Допустим, если по месяцу, смотрите, на третий месяц 20К, там не забывайте, помимо чеков и всех видов дохода, мы еще получаем премию в размере 5000 евро. У 100К премия еще больше, до этого мы еще не дошли, чуть позже разберем. Да? У 500К вообще хорошая премия. Средний доход, кстати, у пятикашников в компании более 100 тысяч в месяц. Вот здесь просто минимально рассмотрено. Да? Когда мы говорим про среднее, кто-то получает меньше, кто-то получает больше. Вот. Средний доход у 500 кашников более 100 тысяч в месяц. Так вот, мы дошли до квалификации 100K. Соответственно, видим, что у 100K у нас доход уже повыше. Ну вот мы уже на 100, на 200K перешли. Разница между 100K и 200K уже просто в одном, в премиях. И, соответственно, лайфстайл бонус у 200K побольше. Ну и разница в обороте, конечно. Также 3 ветки. Соответственно, премии побольше, доходы побольше. Вот чтобы просто премии у вас были все в одном месте, я вам сейчас хочу показать табличку, где это собрано в едино, да? Где левая колонка квалификация, следующая колонка это минимальная премия, это если делать долго, и правая табличка это премия уже за скорость. Соответственно, у 20K полгода, у премьеров правую колонку я беру, да, если мы берем ускоренное, это год, у 100К 2 года, у 200К 3 года и 500К 4 года. Соответственно, можно двигаться медленно, можно двигаться быстро, что как мне нравится, как я уже вам говорил, скорость определяете вы. Ну, а вот теперь перед вами сейчас будет слайд. В принципе, я все, что до этого говорил, можно было бы не рассказывать. Можно было бы рассказать просто вот по этому слайду. Давайте представим. Если вам пришли и сказали, друг мой, давай ты будешь делать простые действия в течение года, каждый день. И через год мы будем платить тебе зарплату в 40 тысяч евро. Что бы вы сказали такому человеку? Ну, большинство из вас сказали бы, конечно, я буду это делать, если, конечно, это не какой-то криминал, там, не убийство, не воровство, за что сажают. Но чтобы вам сказали, вы, наоборот, будете спасать жизни людей. Вы будете улучшать качество жизни этих людей. Вы будете делать их красивыми, здоровыми, счастливыми. И вам за это будут платить деньги. Так вот, что нужно делать, чтобы это сработало и как это работает? Допустим, если вы на протяжении года одному человеку в день рассказывайте всего лишь одному человеку в день про эту бизнес-возможность. Ну, например, показывайте вот этот ролик. Угощаете каким-то из продуктов, который лично вам больше всего понравилось. Да? То есть мы с вами рекламный канал, мы транслируем то, что нам нравится. Вот. Как я уже сказал, о продуктах мы чуть-чуть попозже поговорим. Одному человеку в день на протяжении года. Да? То есть в месяц это будет 30 человек, которым мы рассказали про эту возможность. Я скажу так, статистика в среднем из 10 человек
2-3 заключают контракт. Ну, у новичка давайте возьмем плохую статистику. Один человек заключает контракт. То есть за месяц у вас 3 контракта. Опять же скажу, все люди, которые даже заключат контракт, 100% развивать бизнес не будут. То есть они не будут выполнять вот эти действия каждый день, кому-то рассказывать о бизнесе. Они даже раз в неделю не будут рассказывать. Да? Ну, давайте возьмем, что из этих 3 всего лишь один серьезный человек. Итого, в первый месяц вас 2. То есть вот у вас написано, видите, там в первой строчке 1 плюс 1 вы и один человек. В среднем оборот у нас магазины делают 200 евро. Да? Это позволяет получать все виды комиссионных. Соответственно, с такого человека мы получаем 10 евро Unilever. Не ахти какие деньги. На второй месяц мы делаем то же самое. Он делает то же самое. То есть у нас команда 4 человека. Мы заработали 40 евро. Тоже не ахти какие деньги. Третий месяц 8 человек. 80 евро. Обратите внимание, что мы на 80 евро получили, но потратили 200. Казалось бы, бизнес, если с точки зрения бизнеса вот убрать, что мы на эти деньги продукт получаем, который... Ну и так бы деньги тратили. Давайте представим, что вот это просто инвестиции в бизнес. Да? И казалось бы, мы тратим больше, чем зарабатываем. Но если опять не считать стартовый бонус, потому что со стартовыми бонусами у вас как раз рентабельность будет. Давайте их даже считать не будем. Вот почему очень многие люди бросают этот бизнес? Они не понимают, что это нормально, что это ничего страшного, это нормальная скорость. Потому что смотрите дальше. 4 месяц. 16 человек и 160 евро. 5 месяц 32 человека и 320 евро. Вы знаете, в этот момент еще многие люди будут над вами подхихикивать и смеяться. Ты уже полгода в этом бизнесе. Ты говорил, что станешь миллионером, а у тебя доход 320 евро. Но если учесть еще инвестиции, это 120 чистой прибыли. Да я на работе зарабатываю в 3 раза больше и т.д. и т.п. Пускай смеются дальше. Они как работали за 3 копейки, как биороботы, так и будут работать. У вас 4 месяц, ой, 6 месяц 640, 7 1200, 8 вы уже над ними посмеиваетесь, потому что вам для этих не нужно ничего делать. Вы также используете продукт, одному человеку в день рассказываете, а на это тратится час времени, да, но у вас 2500 евро дохода. На 9 месяц 5000, на 10 это 10 000, на 11 20, плюс вы уже тут собрали много премий, которые сразу тысячами, да? Ну и на 12 месяц 40 000 евро. Я еще раз возвращаюсь к вопросу. Друзья мои, стоит в течение года хотя бы одному человеку рассказывать, чтобы выйти на 40 тысяч. Давайте представим, что люди не будут даже на 200 покупать. Давайте представим, что по минимуму на 100 евро. Тогда это 20 000 евро дохода. Это все равно уровень финансовой свободы. То есть это более 1 000 000 рублей каждый месяц. Вы знаете, кстати, многие люди за всю жизнь 40 тысяч евро не зарабатывают. Более 50% людей на планете, по статистике, за всю свою жизнь зарабатывают менее 40 тысяч евро. Вы это можете зарабатывать за месяц. И если двигаться даже с такой скоростью, на второй год вы заработали свой первый 1 000 000 долларов. То есть это вот реальная статистика, но это нужно делать. Как я уже сказал, здесь халявы нету. Нужно принять на себя обязательства. Нужно учиться самому, нужно развиваться. У нас есть обучающие семинары, мастерские мы проводим, как правильно стартовать. У нас есть система, которая автоматизирует многие ваши действия. Да? Это возможно. Теперь давайте посмотрим для тех, кто хочет быстро двигаться. Вы думаете, зачем мне по одному человеку в месяц, если я могу сразу там в первый месяц 5 человек или в первую неделю 5 человек. Давайте посмотрим пятерками. Распишем просто пятерками 9 уровней. 9 уровней, то есть если я пригласил 5 человек, работаю только с ними. Я больше никому ничего не рассказываю. То есть 5 своих самых близких, лучших друзей, знакомых и так далее. Смотрите, если пятерками. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый. На 5 уровне мы 30 000 евро в месяц зарабатываем. На 6 156 000. Ну, а 9 уровень, почему, как я уже сказал, во многих компаниях люди работают, но уже по 5, по 10 лет они мечтали быть миллионерами, а чеки не растут, потому что с глубины компания не платит.
Ксанга на 9 уровне 5%. То есть 19 миллионов евро вы можете получать спокойно. И для этого, да, конечно, людей в вашей сети будет много. Вот на сегодняшний день как раз столько примерно у нашего дистрибьютора номер один, с которого начиналась вся компания. Да? Вот. Но это возможно. Это возможно. Это реально. У меня на сегодняшний день в сети более 150 тысяч человек. Вот. И система работает. Она работает как часы. Что все, что нужно вам сделать, вам нужно запустить процесс. Компания наполняет сеть товарами и услугами. Вот. Там компания помимо этих видов дохода запускает всевозможные промо-акции. И вы имеете возможность стимулировать свою сеть. Ну и для себя подарки получать. Вот сейчас, кстати, до конца августа действует очень хорошая промо-акция от компании. Да? Мы сейчас с вами про нее поговорим. Называется она «Стартуй правильно». Например, если вы сделайте квалификацию 1К, а многие ее делают за один день, да? Соответственно, вы получите в подарок коробочку Limitless. То есть это вот того как раз замечательного энергетика, который просто улучшает качество вашей жизни и укрепляет ваше здоровье, нервную систему и работу мозга, как я уже говорил. Да? Ну и если вы сделаете квалификацию 5К, вы получите коробку сока и коробку эликсира молодости. Об этих, ну, обо всех продуктах я расскажу чуть позже. Просто хочу сказать, что в сумме этот подарок более 300 евро. То есть просто за то, что мы быстро зарабатываем деньги, быстро двигаемся и быстро делимся информацией. Ну и, соответственно, все люди в квалификации 5К, которые до конца 2014 года закроют квалификацию впервые, получат возможность квалифицироваться на путешествие в Дубае. Дубай – это страна мечты. Я там был несколько раз и каждый раз с восторгом вспоминаю об этой стране. Это страна, в которой многие рекорды побиты и так далее. И вот мы все вместе с вами можем отправиться. Это будет не путешествие, как у премьеров отдыха. Это будет обучающее путешествие. Как быстро от квалификации 5К дойти до премьера. Вот недавно было такое мероприятие у нас в начале этого года в Португалии. Компания для этого сняла шикарнейший отель Пистана Пелас. Вы можете посмотреть на Фейсбуке, в социальных сетях отзывы об этом мероприятии. Вот команда, которая там была с России. Могу сказать, это шикарное обучение. Вы получаете колоссальный опыт и при этом прекрасно отдыхаете. И, конечно, компания оплатила и экскурсии, и обеды, и проживание, и питание. Вот одна из экскурсий, это вот точка называется «Край света», где мы были. Там официально выдают дипломы, что вы были на краю света и так далее. Ну, вот я вам просто дам ссылочки в социальные сети. Там вы можете многие фотографии посмотреть. Стиль жизни, который дает вам Ксанга, он позволяет вам очень много путешествовать. Я не знаю, как вы относитесь к путешествиям. Я путешествовать очень люблю. А когда сочетается приятное с полезным, многие путешествия оплачивает вам компания, жизнь просто становится в кайф. Вот этого я вам от всего сердца желаю. Ну и, конечно же, дорога в Дубай – это ваш первый шаг в страну богатых. Я очень рекомендую квалифицироваться на это путешествие. Я вам очень рекомендую максимально быстро сделать квалификацию 1К, 5К. Ну и дальше все, что останется, это помочь другим сделать то же самое. И благодаря нашему продукту делать это очень-очень-очень легко. Ну и, соответственно, вот условия путешествия и квалификации на Дубае. Вы можете себе его записать, переписать. Вот. Туда, как вы видите, могут отправиться все люди, начиная с квалификации 5К, кто ее сделает впервые. Соответственно, там будет шикарное и обучение, и отдых, и мы поделимся с вами опытом. Ну и в завершение мне хотелось бы немножко рассказать о продуктовой линейке, да, то, что из того, что есть на сегодняшний день на рынке СНГ, потому что
Не все продукты еще есть в СНГ, в Америке больше продуктов, и они постепенно появляются и на нашем рынке. Но, как я уже сказал, с каждым из этих продуктов, в принципе, компания могла бы сделать миллионный бизнес, и вы могли бы, но они у вас есть все вместе. И вы можете как пользоваться всеми, так и продвигать все. Начала компания свой бизнес с сока Ксанга, вот он в левом верхнем углу, и первые 5 лет работала только с этим продуктом, больше ничего не было, и с ним сделала свой первый миллиард. Оборот, и работала она только на рынке Америки, вот на том континенте, Америка, там Мексика, Канада, вот, не выходя на другие страны, континенты. Потом появилось следующее направление, это косметическая линия. Люди заметили, что... давайте вернусь к соку. Соку немножко вернусь. Зачем он нужен и почему такие бешеные товарообороты? Дело в том, что этот продукт сохраняет и восстанавливает здоровье. Он работает по четырем основным направлениям, которые нужны нашему организму. Первое направление – это мощнейший природный антиоксидант. У нас проходит школа, у нас есть ролики в интернете по продукту подробно. Я сегодня просто кратенько. То есть это мощнейший природный антиоксидант. Мощнее нету. То есть это продукт, который снимает все воспалительные процессы в организме. Кстати, рак – это крайняя степень воспаления. И вот сейчас у нас, например, в Москве более 30 градусов жара, лето категорически сумасшедше жаркое. В Москве объявили красный уровень жары, то есть это людям не рекомендуют даже выходить на улицу, особенно кто склонен там к давлению, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. Просто человек может умереть. И вот сегодня днем, например, одна за другой по улицам ездили скорые, людям становится плохо. Вот этот сок – это профилактика. Он позволит вам эту жару переносить легко. То есть он снимает закисление. Жара вызывает окисление, обезвоживание. Этот продукт снимает закисление. А любой воспалительный процесс – это окислительный процесс в конкретном органе. Так вот, когда сняли воспаление, ваш организм просто говорит вам спасибо. Второе, что он делает, в нем 130 активных компонентов. Витамины, минералы, аминокислоты, причем в живом виде. То есть этот сок сделан из плода мангустин. В живом виде 130 активных компонентов, и не зря мангустин называют королем или королевой фруктов. То есть 30 грамм сока в день по пользе для здоровья заменяют ведро фруктов. Задумайтесь, ведро фруктов 30 грамм, а по деньгам это обходится примерно 100 рублей в день. Даже чуть меньше для дистрибьютора. Да? Представляете? 30 грамм в день. Третье, что он делает. Так как сок делается из цельного плода, в его состав входит клетчатка. Клетчатка адсорбирует и выводит токсины. Сок, так как он обладает антиоксидантными свойствами, содержит ксантоны, он защищает клеточку от мутаций, от разрушения, от свободных радикалов. То есть, так как у нас сейчас неблагоприятная окружающая среда, плюс озоновые дыры, плюс сейчас разрешили генно-модифицированную продукцию, человеку защититься практически невозможно. Когда он идет в магазин, это сплошной химпром и отравление. Сок Ксанга 2-3 раза по 30 грамм в день позволит вам все это нейтрализовать. И ваш организм на уровне клеточки под защитой. Ну и четвертое, это еще не все полезные свойства. Он изгоняет из организма паразитов. А когда ваш организм почистили, накормили, сняли воспаление, выгнали всех паразитов, да любые болезни им зацепиться не за что. И вот с таким продуктом, который начал давать совершенно потрясающие, сумасшедшие результаты по разным видам заболеваний, то есть люди, 80% людей, которые начали пить сок в течение первого трех месяцев, получали результаты по здоровью, и, конечно же, даже без всяких денег об этом рассказывали. На нашем рынке сейчас 1000 результатов, если вы зайдете в интернет. Ну и просто поищите результаты использования сока Ксанга, вы увидите, и это только те люди, которые не поленились поделиться, да? Вот. Дальше, второй продукт, который появился, это косметическая линия. Откуда она появилась? Люди обратили внимание, что даже использование сока при наружном повреждении кожи, да, то есть это могут быть порезы, ожоги, всякая сыпь, воспаление, синяки, экземы, псориазы. Сок давал потрясающие результаты. Кожа становилась
здоровые. И вот японцы выделили из мангустина составляющие, которые так благотворно влияют на кожу, и сделали на основе этого косметическую линию. И мы получили еще одно питание, но уже для кожи, для того, чтобы наша кожа сияла. Глимс переводится как сияние. Следующий продукт, который появился на рынке, конечно же, чтобы покрыть всю линейку здоровья, когда организм здоров, да, то есть нужно нормальное полноценное питание, да, то есть мы хотим еще иметь хорошую, идеальную фигуру. Ну и плюс, так как в соке есть 130 активных компонентов, это все здорово, но там нету протеинов, а то, это то, из чего строится наша клетка. И компания запустила систему питания, которая содержит в себе протеины, которая в себе содержит волокна, они тоже необходимы для нашего пищеварения, да, полноценного и очистки организма. В эту систему входит, помимо протеина и волокон, метаболик, который сжигает жиры. Это для тех людей, кто хочет похудеть. И он не только сжигает жиры, еще дает энергию дополнительную. Ну и один из самых очень важных элементов этой системы, она входит, которая входит в систему питания, это детокс. Это очистка всего организма. Раз в полгода, как минимум, нужно организм очищать. Иначе вы внутри превращаетесь в ходячую помойку. Может быть, это грубо звучит, но если вы никогда об этом не задумывались, поверьте, вы уже ходячая помойка. Когда показывают, что творится в желудках и в кишечниках людей, до 40 килограммов каловых отложений люди носят в себе. И это каждый день нас изнутри гниет и убивает. А потом мы удивляемся, что мы болеем, что у нас нет энергии, что у нас нет сил. Так вот, детокс, он позволяет вам очистить организм. И я бы вам рекомендовал, когда вы начинаете использовать продукцию, да, начинать как раз с детокса из сока ксанга, то есть привести себя в идеальный порядок изнутри. Потому что люди готовы тратить кучу денег на обустройство квартир, на то, чтобы машинка у них была, или машина красивая, блестела вся. Но они совершенно не думают о своем внутреннем мире. А ведь если у вас не будет здоровья, вам ни машины не нужны, ни квартир, вам вообще ничего не нужно. Вот. Поэтому позаботьтесь лучше в первую очередь о себе любимом. Вот. Следующий продукт, который появился, это вот прям под Фавао линия, видите, это линия по уходу за телом, кожей и волосами. То есть это шампуни, гели для душа, лосьоны, мыло, масло. То есть это все, что необходимо нам для того, чтобы быть чистым, приятно пахнуть и так далее. Ведь мало кто думает и знает, что практически 80% шампуней и гелей для душа, которые мы покупаем в магазинах, содержат парабены. А парабены приводят к раковым заболеваниям. И может быть, не случайно так выросло за последнее время количество раковых больных. С одной стороны, для чего их добавляют? Их добавляют для мылкости, чтобы лучше пенилось и так далее. Но с другой стороны, это нас убивает. Так вот эта линия. Вообще все продукты, все линии, все бренды в компании Ксанга, это продукция 100% натуральная. Здесь нету ни химии, ни консервантов, ни отдушек, ни парабенов, ничего, что может хоть как-то повредить нашему организму. Более того, это очень комфортно. Я вот рассказываю прям с огромным удовольствием, потому что каждое утро мое начинается с душа, и каждое утро душ превращается в спа-процедуру благодаря этой замечательной линейке Джуни. Дальше, слева в углу продукт, о котором я уже сегодня много говорил, это как раз биоэнергетик, называется Limitless, в переводе энергия без границ, соответственно, без лимитов. И он действительно дает энергию, колоссальную энергию. Ну, много можно о нем рассказать. Я вам рекомендую просто один раз попробовать. Вы почувствуете вот этот кайф и драйв, вот это состояние, и вам будет хотеться быть в таком состоянии всегда, потому что организм в таком состоянии должен быть всегда, когда у него есть и силы, и энергии, и голова у вас ясная, четко работает и так далее. Ну и справа это продукт, который только-только появился на рынке, это вообще феномен, его аналогов нету ни у кого на сегодняшний день. Продукт фантастический. Рекомендую прямо вот сейчас, после того, как закончите смотреть вот эту презентацию, наберите где-нибудь на Ютубе Xayla, эликсир молодости, и посмотрите ролик от создания, от создателей этого продукта. Я в двух словах лишь скажу, что это продукт, который останавливает процессы старения. Сейчас уже очень многие ученые говорят, что
ученые-мужи наши сделали много открытий, которые позволяют человеку жить до 150 лет. Ну, они добавляют при условии правильного питания. То есть для того, чтобы эти открытия реализовывались. Теперь ученые знают, почему люди стареют, знают причины старения организма. Так вот, этот продукт разработал человек, который 30 лет жизни посвятил как раз изучению процесса старения. И он создал продукт, который по каждому из этих причин работает, то есть останавливает процесс старения. Это дает вам силу, дает молодость, дает энергию. Это очень приятный, вкусный напиток. Вы выпиваете его на ночь, вы ложитесь спать, а ваш организм восстанавливается. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но после того, как посмотрите ролик, каждый из вас будет знать. Каждые 7 лет в нашем организме обновляются абсолютно все клеточки. Через 7 лет вы совершенно новый человек. И вы, в принципе, можете существовать вечно, если этому процессу не мешать. Так вот этот продукт, он позволяет клеточкам восстанавливаться и регенерировать на основе ДНК, что в ней заложено. Не на основе того, что она уже больная, зажатая жизнью, зашлакованная, да, а позволяя рождаться новым здоровым клеткам. Я вас поздравляю. У вас сегодня есть идеальная возможность жить до 150 лет со всеми своими близкими. Вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю презентацию. Как я уже сказал, с каждым из этих продуктов можно было бы создать миллионную компанию. Но начните их использовать. Рассказывайте хотя бы одному человеку каждый день про какой-нибудь из этих продуктов и про бизнес-возможности, о которой вы сегодня узнали. И через год ваш доход будет более 20 тысяч евро в неделю. Вот этого я вам от всего сердца желаю. С вами был Сергей Савич. Всего доброго и до новых встреч.